канун празднования Дня Республики ряды почетных жителей области пополнились 7 новыми лицами. В списке награжденных павлодарцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. В преддверии большого праздника Дня Республики состоялась торжественная церемония присвоения высокого звания «Почетный гражданин Павлодарской области». Нагрудные знаки получили ветераны государственной службы, правоохранительных органов, образовательной, медицинской сферы и горнодобывающей промышленности. А для меня сегодня большая честь в преддверии национального праздника Дня Республики чествовать вас здесь. Праздник имеет очень важное историческое значение. Как вы знаете, после 13 лет этот праздник был вновь восстановлен президентом нашей страны, Касым-Жомарт Кемелевич Токаевым. Поэтому, дорогие ветераны, для нас вы кладезь мудрости, доброты и профессионализма. Немало было случаев и ситуаций, в которых именно ваши советы помогли нам найти правильное решение. В честь признания вашего многолетнего добросовестного труда и личного вклада в развитие региона, вы сегодня удостоены звания почетный гражданин Павлодарской области. В этом году претендентов на почетное звание было 30 человек. Депутаты областного маслихата выбрали 7 жителей региона, учитывая их особые заслуги в социально-экономическом и общественно-политическом развитии. Одна из них – Зинаида Раздорская, ветеран здравоохранения и хирургии. Она более 50 лет работает в Иртышской районной больнице, провела несколько тысяч операций и является почетным хирургом страны. По воле судьбы я осталась в Иртышском районе, потому что муж у меня агроном. И он, конечно, в город не хотел ехать. Но, учитывая это все, я решила повышать свои все знания, чтобы быть полезной в районе. Хирургом в районе быть четко одним узкоспециализированным невозможно быть. Нужно быть и нейрохирургом, и гинекологом, и лор-врачом, потому что оказывать помощь приходится всем. Также звание почетный гражданин Павлодарской области было присвоено ветерану правоохранительных органов Буранбаю Скакову. В отрасли он проработал всю трудовую жизнь – 40 лет. Прошел путь от следователя до регионального руководителя. Более 10 лет возглавлял Павлодарский колледж МВД и выпустил 5000 офицеров, которые составляют профессиональное ядро правоохранительной системы. Почетный гражданин Павлодарской области, оно, конечно, очень знаменательно. Я думаю, что депутатский корпус областного маслихата очень объективно, очень ответственно подошел к этому решению. И, наверное, не случайно из почти 30 человек выбрали наиболее достойных. Конечно, время и народ даст объективную оценку этому решению. Вот, когда говорят, война, война, мест, халы, война, деп. Звание почетного гражданина присваивается за значительный вклад в развитие родного края. Всего за всю историю региона звание почетный гражданин Павлодарской области удостоены 116 человек. Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертыс Ахпарат.